Хандыге в Центре спорта и культуры «Алроса» состоялась спартакиада работников образования Тампунского района. Это комплексное спортивное мероприятие проводится в целях развития и популяризации физической культуры и спорта среди педагогов общеобразовательных организаций, рассказывает Мария Винокурова. В Хандыге в Центре спорта и культуры «Алроса» состоялась спартакиада работников образования Тампунского района. Это комплексное спортивное мероприятие проводится в целях развития и популяризации физической культуры и спорта среди педагогов общеобразовательных организаций. Для участия собрались 7 команд. Педагоги соревновались по 7 видам спорта – пулевой стрельбе, бильярду, настольному теннису, перетягиванию каната, волейболу и шашкам-шахматам. Соревнования вызвали большой интерес учителей разного возраста. Помериться силой по пулевой стрельбе, бильярду, шашкам-шахматам пришли и ветераны спорта. В команде педагогов из села Крыс-Хаджай, откуда родом герой Советского Союза, снайпер Федор Охлопков, не было равных по пулевой стрельбе, бильярду, шашкам-шахматам. Творческие встречи, соревнования проходят, у нас часто проходят. И наши занимают призовые места по стрельбе, по бильярду. По настольному теннису и перетягиванию каната лучшие результаты у Хандыгской средней школы. Даже представители самого отдаленного оленеводческого села Тополиное показали неплохую игру в бильярд, объясняя это тем, что в их поселении уделяется достаточное внимание занятиям спорту, в том числе и бильярдному. Ну, конечно, мы приехали очень издалека. Ага. И с транспортом у нас постоянно проблемы бывают. И мы все равно стараемся приезжать сюда ежегодно. Стараемся постоянно участвовать на таких соревнованиях. По итогам спартакиады победителем признана команда Крыс-Хаджайской средней школы. На втором месте Мигна Алдан. И на третье призовое место, к удивлению многих, поднялась Араталонская основная школа. Из лучших спортсменов будет собрана сборная команда Тампунского района для участия в 31-й спартакиаде работников образования «Заречье». Мария Винокурова, Диослан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.